Программа выходного дня в ночь на субботу и воскресенье в 5 ночных заведениях Читы, как сообщает портал Запмедиа, сотрудники полиции провели масштабную проверку. Сначала нагрянули в клуб «Бар Мясоед», больше известный как «Микс». Кроме полнейшей антисанитарии, обнаружили устройство для курения. Троих работников сразу решено было направить на медосвидетельствование. Кроме того, в одном из кафе изъят бульбулятор, приспособление для употребления наркотических средств. На нем находится наслоение, которое предположительно содержит наркотические средства и имеет специфический запах конопли. Данный аппарат направлен на исследование, и по результатам исследования будет принято правовое решение. В ходе зачистки полицейские проверили больше 300 посетителей кафе. В отделы полиции для снятия отпечатков пальцев доставили порядка 100 человек. В 5 заведениях выходные без взрослых провели 13 подростков. Трое из них помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. На родителей составлены протоколы. Но это далеко не все результаты операции. Стражи порядка изъяли в клубах больше 400 литров алкоголя без разрешительных документов. Предприниматели, которые допускают употребление наркотических средств в кафе, барах, ночных заведениях, могут быть привлечены к административной ответственности. Административное наказание в виде штрафа на должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Также в рамках уголовных дел по фактам кражи в кафе и клубах были проведены обыски. Все материалы, касающиеся санитарной обстановки в заведениях, направлены в Роспотребнадзор. Валерия Квашнина, Евгений Погорелый, при содействии пресс-службы УМВД России по Забайкальскому краю.